за нас, и Тюк, я не знаю, що Тюк, і Двіцель, а все остальне, що сказали медицині. І ось душа можу показати. Тата, потом. Ні, показали. Тут якісь остатки дівчата принесли, а отут якісь тоні мило жити. Хорошо. Тетя Олександра, це вам одіяло я поставлю. То нашу, хай беруть і розложують. А де нове? Александр Иванович, я вам так благодарна, что вы настолько откликнулись. Спасибо. Кажется, такое раньше я цены кислороду такой не знала, как сейчас. Да, и не знала, но спасибо вам большое. Просто без вашей помощи все то, что мы хотим делать, мы не имело бы смысла. Так, майстри Житомир. От дождя, от ветров и, конечно, от нежелательного проникновения непорядочных лиц, поскольку у нас и большое количество медицинских препаратов, дорогое оборудование, наркотические препараты, вот, то первые сутки нам пришлось очень серьезно поработать, вывести отсюда тонны мусора, разбитого стекла. Без помощи волонтеров одним бы коллективом мы не справились. Сюда съехался весь город. Помощи, если... Я не считала, сколько человек было, но если я скажу, с города приехало больше 150 человек, я не ошибаюсь. Я в первые часы после всего... То, что произошло, этот авиационный удар, увидел наш перинатальный центр внутри, что все разбито. У меня было шоковое состояние и переживание, что как мы справимся, чтобы как-то это все убрать и как-то закрыть. Но вы знаете, через пару часов я об этом вообще забыла думать, потому что люди ехали, 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 сами предлагали свою помощь, сами включались в работу, работали, выносили, привозили. На тот момент у нас было 45 женщин и 18 детей. И двое из них было, двое детей были в интенсивной терапии новорожденных на искусственной вентиляции легких. И самый маленький ребенок, ему было, он весом 600 грамм и возрастом ему было 10 дней от момента рождения. Можете себе представить, это было выбито полностью окно, перевернута вся мебель. Стекла выбиты, двери выбиты. Вот. Слева сторона нашего, левая сторона нашего корпуса, с первого по четвертый этаж полностью все пострадали. Это именно родильный корпус, где мы рожаем, где мы оперируем, где мы выхаживаем детей, вот, и где все реанимационные наши отделения. На момент удара все пациенты наши и сотрудники уже были в подвале. Но эвакуироваться было сложно, поскольку женщины после родов, после операции кесарево сечения, детки были недоношенные, которые находились в кювезах, их нужно было забирать. И в такой ситуации психологически очень тяжело, поскольку когда плачет беременная женщина, когда рыдает мать с младенцем на руках, когда плачут новорожденные дети, это психологически очень тяжело. Но вот эта вот ситуация дала, знаете, вот возможность нашей дежурной смене мобилизироваться, сконцентрироваться и все сделать для того, чтобы никто из наших пациентов не пострадал.
думаем завтра. Но работы еще, вы видите, еще не закончены, еще очень много у нас работы завершить. Так, Берет, все, все уничтожено. Енергозабезпечення все добре зараз? Так. Завтра я точно вам еще конкретно не говорю окончательно. Мы делаем все для того, чтобы это сделать в максимально короткие сроки. Я не знаю, какой-то... Сейчас будем. Сейчас сделайте. Спасибо, я принесу, хотела сказать, что тут одно...
Девочкам здоровья, всем всем на земле. Здоровья и мэру. Счастья, здоровья и мэру. Максимум 37, так. Бігріти до грудей прикладаємо, повернулася. Зараз першу добре річчя буде вирішення мука пробувати, які працюють річчя. Пупочок нічим не обрізваємо, просто загортаємо памперс, щоб він швидше засох і відпав. Зробимо вакцинацію, бо він вже завжди. Все добре. Буде температура, може? Ні, нічого не буде. БЦЖ завтра поговоримо, що обманемо дитинку, потім вже буде приймати. Буде тепло. Може, от зараз, щоб зігріти, можна вдягнути його зверху, там на це все. Може, зараз. Все, собі вітаємо.